Всем привет! С вами Надежда на моем канале «Страничка Надежды». У нас сегодня такой выходной день, когда мы поехали в бассейн. Но не простой бассейн для Англии, а бассейн... Я слежу за Агашей. А бассейн такой, как бы, на улице. Для Израиля, например, это обычное дело. А для Англии, вот я, можно сказать, в Англии живу уже 14 лет. Я первый раз в бассейне, который на улице. Ай, Агафья опять залезла. Там ее спасательница сгоняет с бортика. Она там, гляни, и нырнет. Бассейн, ну, в принципе, ничего страшного, потому что здесь на каждый бассейн по несколько спасателей. Но будет неприятно ей. В общем, мы поехали отдыхать. Сейчас уже часов, наверное, 5. Агафья, тетя не разрешает. Часов 5. А вообще мы здесь с часу или с двух дня. То есть мы, можно сказать, здесь давно уже. Было солнышко, было очень тепло. Мы тут на шезлонгах лежали, отдыхали, плавали. И я, честно говоря, думала, что снимать здесь запрещено. Поэтому я камеру не включала. Она, конечно же, у меня была в сумке. Но я ее не включала, потому что я думала, нельзя. Потому что обычно в бассейнах, где есть дети, где есть люди посторонние, не разрешено. И тут я спросила у спасательницы, или можно ли снимать. И она разрешила. Я была очень удивлена и побежала за камерой. Но потому что хочется запечатлеть, хочется вам показать. Тем более есть канал, как бы, есть куда это видео выкладывать. Ну и для себя вообще хочется запечатлеть, как все это было. Внутри там находится еще один большой бассейн, в котором периодически включаются волны. Но я там не буду снимать. Также там всякий развлекательный комплекс тоже водяной. Также тут горки. Трубы такие очень интересные, но я, честно говоря, не каталась. Леша, Миша катались, вот им нравится. Я с Агашей никак туда не могу. Агафья! Агафья, слезай! А сейчас уже солнышко все ушло, такой ветер поднялся неприятный. Прямо передо мной, сзади камеры, океан. Находимся мы недалеко от города Скарборо, по-моему. Скарборо, который находится на берегу моря. Точно, честно говоря, я не знаю, в какой он стороне, но я знаю просто, что это место недалеко от Скарборо. Море, сейчас я подойду поближе, покажу вам. Темное, такое серое, холодное, очень холодное. А бассейны здесь, они очень теплые. Надо сказать, что у нас уже 2 недели не было дождей вообще, жара стояла и стоит вообще ужасная. Ну, как обычно лето. Теплое очень лето. И ни одного дождя. И вот посмотрите, что случилось с газоном. Вот такой газон, вот так вот выглядит и у нас тоже в городе, вот так вот газоны выглядят. Это вообще-то зеленая лужайка, но потому как не было дождя уже 2 недели, вот так вот все высохло и жара стоит. Агаш, ты куда? Куда тебя понесло? Ну, куда тебя несет? Ты же там упадешь. Да, в дырку упадешь. Пошли посмотрим на море. Ой, слезай. Вот такая вот лужайка серая, такая тусклая. Вон, там вот море виднеется. Сейчас я залезу на камушек, покажу вам. Во, смотрите, видно, нет вам моря? Мне видно, вам не знаю как. Нам всем выдали вот такие вот браслеты, которыми, как мы пользуемся. Значит, есть, я не знаю, как это по-русски, шкафчики такие, локеры, да? Куда ты кладешь свои вещи. И ты этой штучкой закрываешь и открываешь его. То есть надо просто запомнить, где твой шкафчик, номер. И вот этот вот браслетик, он открывает, закрывает. Мама села, мама уже сидит. Плюс тут еще, как всегда, ну, конечно же, кафешка есть, где можно покушать. Мы уже поели, там попили. И деньги с собой можно не брать. То есть можно все оставить в локере, в этом шкафчике, деньги с собой не брать, а платишь вот по этой штучке, и потом просто, то есть сканируешь ее, а потом просто на выходе, ты когда ее отдаешь, ты платишь за все, что ты там наел, напил и так далее. Такое вот кафе интересное. Для меня это новое, потому что я не была в таком месте еще. Не знаю, может быть, для вас тоже новое будет. А то, когда видео делала про грейпфрут, по-моему, грейпфрут он называется. Нет, помело, про помело. Люди некоторые обиделись, что вот, что ты нам помело показываешь, мы знаем это. Может быть, и это тоже вы знаете. Но для меня это новое. То есть, что можно
в кафе, не брать с собой деньги, а взять вот этот браслетик, его сосканируешь, оплатишь в конце. Вот такая вот интересная идея. Потому что у нас холодно здесь, да? В воде там бабушки-то с Лешей тепло. Чего ты пищишь? Хочешь слезть, да? Ну давай, давай я тебе помогу. Оп, давай, на травку давай. Опа, молодец. Море, видно, как не отлив? Да, отлив. Отлив был. И вот, я не знаю, видно вам или нет, но мне видно. Горизонта не видно, весь такой в тумане, серое, как обычно, море. Английское, холодное, океан. Ой. То есть, получается, мы на восточном побережье Англии. Вот так вот. Летают чайки, летают вороны. Вороны. И каркают. Агафья, пойдем. Давай ручку. Как тебе по травке ходится? Нормально? Травка сухая. Ой, смотри, вилка. Кто-то вилку с ресторана взял. Взял, да, взял. Сейчас пойдем поснимаем то, что можно. Может быть, спасательница. Есть такой еще вариант, что спасательница, может быть, просто не знала, можно здесь снимать или нет. Ну, я вот буду снимать, пока мне не скажут. Бассейн глубокий. Глубокий, приглубокий. В нем можно сидеть вот так вот. Не лезь, Агафья, туда, не лезь. И любоваться океаном. Ну, такой бассейн глубокий. Да, в который Агаша камушки кидает. Агаш, не кидай, пошли. Не кидай, пойдем. Мама сейчас плавает. Вон Леша тоже вдалеке. В теплом бассейне. Да. Здесь 35 градусов. А вот там море. А вон там вот море. Агафья уже оделась. Агафья уже, можно сказать, накупалась. Хотя эта идея вообще бассейна не очень сильно понравилась. Там вон вдалеке море холодное. А здесь теплое море, 35-градусное. Хотя на улице, я бы сказала, не очень тепло. Я думаю, что меньше. Ой, Агафья камушки кидает. Агаш, не надо в бассейн камушки, не надо. Ну что, Леш, тебе нравится? Да. Тепленько. А куда вылазишь так? Холодно, да. Когда вылазишь в холодно. Миша где-то тут тоже плавает, где-то не знаю где. Леша с Мишей, с папой, с бабушкой катались на горках, на вон тех вот, на больших. Как там было? Обрывы. Обрывы, да? Вниз так, ух. Пятером на одной клубе такой. Ага. Четырех человек. Агафья! Кидает камни в бассейн. Ой, ты куда кидаешь? Нельзя огонь кидать. Нашла камушки около дерева, кидает их в бассейн. Смотрите, как здесь интересно. Здесь такое можно заплыть и выплыть внутрь здания. Вот этот бассейн там за стеклом. И можно заплыть через такой проход и выплыть в теплый бассейн. Интересно, правда? Я, честно говоря, мне не удалось много плавать, много понаслаждаться водой из-за Агафьи, потому что она не очень как бы воспринимает эту воду положительно, то есть она ее пугает. Но она маленькая еще. И поэтому к тому же я за ней постоянно бегаю, поэтому не очень получается мне плавать. А так бы я бы здесь весь день провела бы в этом бассейне. Мы пойдем покажу вам, как тут такое огромное ведро. Вон, Агафья боится его. Которое разливается. Слышите звук? Смотрите. Классно? Не бойся. Не бойся. We'll be right back.
Стой, Наташа. Даша, они грязные, ботинки твои. Давай мне ногу. Сейчас мы оденемся и пойдем на улицу. И поймаем кого? Одежда. Курицу. Курочку поймаем, да? Давай, давай. Гафи, пол очень скользкий. Надо в такие места и одевать какие-нибудь специальные обувь. Есть такой для бассейна. С резиновой подошвой, чтобы она не падала. Потому что она 3 раза упала. Даже больше, 4 раза, не 5. Давай. Вот так вот это здание выглядит снаружи. Разноцветное такое, современное. Вон там вот торчат горки голубенькие. Написано, что они еще что-то там достраивают. Вон там вот, если в ту сторону пойти, что достраивают. А здесь вот жилые дома за забором. Обычные английские дома. Мишань, пойдем. Агафья кидает камушки, как всегда. Смотрите, какая клумба красивая. Что это за растения? Такие вот красивые. Такое у нас сегодня приключение. Дети кушают мороженое. Все довольны, все накупались, наигрались. Все довольны. И мы едем домой. На этом мое видео заканчивается. Всем пока. С вами была Надежда. До новых встреч.